служит ориентиром ценностей, которые могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду? Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет. И в то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное – интересы России. Прекрасно! Россия вперед! Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России Владимир Путин, ныне эсер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Игоревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна Светлана Танисимовна, Владимир, мы вас очень просим, Владимир Путин, избираться на два президентских срока 2018-2024-2030 года. Документы о выдвижении на два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018-2024-2030 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведя Дмитрия Анатольевича, на пост мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина Санкт-Петербурга Беглова, мы Нестеру Метлицкий передали в Центральную избирательную комиссию на имя госпожи Панфиловой Эллы Александровны, правительства, Госдумы, Совет Федерации, администрации президента, поддержали многомиллионные форумы, шествия, митинги, серые сияния, все люди доброй воли на планете. Ура! Победа на века! И только по его результатам принимать окончательные решения. Прекрасно! Для людей, наших граждан, народа, как носителей суверенитета и главного источника власти, должно быть определяющим. Правильно, поддерживаем! Люди и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и повседневных вопросов жизни в каждом регионе, городе, поселке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа. Наступивший 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию 21 века. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решение значим вклад каждого. Вместе сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово «вместе», потому что Россия – это мы. Я имею в виду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны. Прекрасно, поддерживаем! Успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов. Наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей и будущего, а значит, ради величия России – ради достоинства ее граждан. Благодарю вас. Прекрасно! Уважаемый господин президент России, мы Нестер Метлицкий назвали вас самым главным влиятельным президентом на планете. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, главными политиками, миротворцами. Я есть наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великое знание, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой. Ветками данная мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. Ура! Да здравствуют два президентских срока Путина Владимира Владимировича! 2018-2024-2030 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Ура! Победа на века!